И снова здравствуйте, подписчики моего канала, друзья канала «Провинциальный толстяк», а также просто зрители, мои потенциальные подписчики. Сегодня у нас очередная дегустация. Сегодня у нас не будет консервов. Сегодня мы с вами будем дегустировать балык. Но балыка и щуки у нас, к сожалению, нет. Но зато у нас есть колбаса полукопченая, тоже балыковая. Делает ее заволжский комбинат, местный производитель Тверской, с мраморным срезом. Котик пришел у нас на запах. Почуял котик колбаску, да? Облизывается котя. Ой-ой-ой, что-то вкусное. Да, котенок? Ног тебе перепадет сегодня маленько. Да, я тебя на блюдечко маленько дам попробовать. Что-то, да, вот твоя блюдечко фирменное, у меня тарелочка вот такая фирменная. Сейчас мы достанем из упаковки. Котик, котик, сядь на место. Имей терпение маленько. Да, сядь на свое местечко, и мы спокойно с тобой начнем нашу дегустацию балыковой колбасы. Вот так, сейчас мы ее достанем. Сейчас, одну минуту. Подождите, сейчас мы все-таки... Очень нелегко она достается, это не консервы, это что-то посерьезнее, чем консервы. Так, ну маленько расскажу про состав. Колбаса балыковая полукопченая, изделие мясной колбасной категории Б. Категории Б. Ну вот такое красивое, такая картинка, тут свинья нарисована, мраморная, видимо. А состав продукта: свинина, вода, нитритная соль, фиксатор окраски нитрит натрия, регулятор кислотности Е451, загуститель карагинан, господи, язык собачий, мальтодекстрин, виноградный сахар, усилитель вкуса и аромата, глутамат натрия, без него никак, экстракты пряности, перец зеленый, перец душистый, антиокислитель Е301. Производится на предприятиях, где также используется горчица, молоко, пшеница, орехи, сельдерей, соя, яйца и продукты их переработки. Так, изготовлено по ТУ. По ТУ 1 октября. Свежее практически, срок годности 20 суток. Можно смело есть. Котя, сядь на местечко свое, сюда, сядь сюда, иди сюда. Тихо, киса, киса, где? Где колбаса будет? Вот здесь. Вот здесь ты должен сидеть и ждать спокойно своего часа. Все-таки вот так мы достаем колбасу. Вот она так выглядит, мокрая она немного. На вид такая вся. Как будто только что из ванны. Из ванны. Такая мокрая вся из себя. Вот. Сейчас мы ее нарежем. Покажем. Ой, ребятушки. Ребята. Это же как ветчина. Она называется колбаса, но колбаса-то балковая. Значит, она все-таки больше склоняется не к колбасе, а к ветчине. Котя, котя, на место, на место. Сейчас я тебе дам туда. Сейчас, котик, подожди маленько, подожди. Подожди, мой хороший, сейчас я уже тебе туда маленько сейчас. Иди сюда. Консумир. Вот там и сиди. Вот там и сиди, я сказал. Сиди здесь, я сказал. Вот, кушай. Котик дегустирует, сейчас посмотрим, можно есть или нет. Или нельзя, или можно. Сейчас котик нам скажет все. Видимо, можно. Вот еще, котик нравится, котику. Котику очень нравится, смотрите, как он ест. Котик. Нравится котику? Ворчит, глотает, торопится. Вкусно, вкусно облизывается котик. Значит, можем мы тоже попробовать, что это за балыковая. Балыковая.
из мраморной свинины. Это вам не просто так, да, хоть? Так, короче, надо и мне попробовать. Здесь такая вот искусственная оболочка, искусственная, видите, искусственная оболочка. Мы ее, конечно, есть не будем, мы ее в сторону. Сами вот так вот разрежем на мелкие дольки и попробуем. Вот так выглядит она, видно в разрезе. В разрезе видно, сколько мяса. Мраморная свинина. Ребята, ароматная, душистая, вся как это мокрая. Это серьезно. На самом деле, это вам не вареная колбаса обычная. Это колбаса балыковая. Понимаете? Чтобы вы понимали. Котик уже понимает сидит. Мясо, чувствуется мясо, натуральное мясо. Боже мой. Котик, сейчас тебе еще дам. На. Пусть ему хороший, на здоровье. Кушай. Кто тебя еще накормит балыком? Только хозяин. Только хозяин, больше никто. Нам с тобой надеяться не на что. Не на кого, только на себя. Чем мы им занимаемся? Это кусочек котика, а это мой кусочек. Сейчас я еще вот так порежу на маленькие дольки. Вот, на маленькие дольки. У меня руки чистые, не волнуйтесь. Все, руками буду брать и есть вот так. Ну, не сильно чавкать на камеру, а? За камерой, за кадром. Смотрите. Одно мясо сплошное. И нитрит натрия. Ребята. Ел бы и ел. Спасибо производителю Заволжье. А где это находится, кстати? Кто это делает? Адрес. Изготовитель. Общество с ограниченной ответственностью. Заволжский мясокомбинат. Россия. Тверская область. Земляки. Калининский район. Поселок Заволжский. Ой, так я знаю. Это туда даже ходит маршрутка. В этот поселок. Надо съездить. Поселок Заволжский, дом 18. Даже номер телефона есть. Колбаса балыковая, Заволжский мясокомбинат. Боже мой, какая прелесть. Посмотрите. Ребята, будете в Твери, обязательно купите балыковую вот эту колбасу. Я бы даже сказал, что это ветчина. Ветчина. Видите? Это не колбаса вам. Обалденно. Котя наелся, убежал, значит, мы едим его кусочек. Не волнуйтесь, котик не будет голодный, у него еще вот пол батона, даже больше этой колбасы осталось. Точнее ветчины, точнее мясо. Так что смотрите. Вот какой кусочек, он какой мясистый, мясной. Так и бросится в рот. Боже мой. Ой-ой-ой, какая прелесть, ребята, респект вам за Заволжский мясокомбинат. Боже мой, чудо. Всем рекомендую, ребятушки, любители балыка и мяса. Последний раз вам показываю. Вот так выглядит балыковая колбаса. Полукопченая. С мраморным срезом комбината, мясокомбината Заволжский Тверской области Калининского района.
Безумно вкусно. Всем рекомендую. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто заходил на мою, хотел сказать, трансляцию, на мою дегустацию. Всем привет. Всех люблю, целую. И пишите ваши комментарии внизу под этим видео. Ставьте пальцы вверх. У кого пальцы вверх не стоит, ну, можно на пол шестого. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье. Пока-пока, дорогие мои. До скорых встреч.